Вот новый режим вышел, Одиссея. Это режим игры и новый серия микротранзакций. Вот тут доступны 5 героев. И там режим я за Зипса играю. Оп, ульту. И плюс тебе все герои дают микротранзакции. То есть изначально у меня... Я ничего не покупал, не рано того, или гулять. Беги в лицо ветру! Ясу, Мальфит, Сона. Ой. Зикс и Джинкс доступны. Четыре тысячи в начале игры дают. Ранен член экипажа! Подлечите беднягу! ГГ. Походу. Или потянем. Мы почти у цели! Продолжайте стрелять в монстров! Тут разные режимы сложности, как я понял, есть. Но они со временем прокачиваются. Награды дают за победу, как я прочитал. Ну, это вот первая попытка моя. Только вот патч загрузил. Это патч, но он решил в нем. Так, пора менять лишнюю ору на что-нибудь нужное. Да кому вообще нужна твоя ора? Против ты хочешь игра? Новые пушки или нет? Против ботов игра. Наверное, надо что-то... Надо наконитость купить. Возможно. 5 игроков против ботов. Небезопасно это как? Вообще не играю особо за Зикса, но пофиг. Прямо сейчас! Смотрю, тут знающий челик есть, который знает, в какой последовательности бывает лобов. Потому что я реально не знаю. Вот первый раз пошел. Золото с лобов падает. Плюс 5000 дают в начале. Когда только заходишь сюда, сразу 5000 дают. Ну и скиллы тут особенные, можно поднимать союзников, воскрешать. А второй скилл это телепортация, варп. Вот так. Ну я так просто кнопки жмякаю, пока ты и все. Ой, почти хватает для последнего взрыва! Еще немного! Ролик был. Ролик был рекламный. Перед тем, как они это выпустили. Ну, посмотрим. Тут длится это до октября, я не помню. Да, вроде до октября, до какого-то. Ну, такое.
Страшно! Нормально. Вот сюда в круг заходишь и можешь это покупать. Ну, даже вычисти вроде хватает. Куплю вот это. Let's go. Просто идем, убиваем всех мобов на пути. 4 уровня. Вот 4 места. Пока что 2. Исследуем. Посмотрим. Моя команда куда-то бежит. Мы побежали. Скилл передвижения прикольного. Ну, побежали. Тут воскрешать можно союзников. Но я пока не умирал. Маленькая арена. Интересно, тут сюжетка меняется или только режим сложности меняется. Там, наверное, мобы очень сложные будут потом. Сейчас ульта будет. Кстати, я не купил один полезный айфон. Я знаю, что это было полезно. Надо будет купить в следующий раз. Это гроза речей, мне кажется. Неплохо было. Зря я не купил. Собранные кристаллы урона на всякие товары. Она нет спасателей, ты не мог? Это так. Капитализм, детка. Отлично. Го. Если тут реально какие-нибудь награды ценные дадут за выполнение. Последний уровень остался, по идее. Палундра! Космические монстры! И это на Мебус. Тут будет, если он вообще есть. И тут челики нормально все. Тут изи на самом деле. Мне кажется, изи, просто что первый уровень только. Первый раз я зашел. Потом ему сложнее будет. А то, мне кажется, будет сложнее. Круто, когда мобы в кучку становятся. Да.
Ой, это финальный босс, похож. 17 кхп. Почему их так много? Да, многовато что-то врагу. О, как круто! Давай изи. Еще разок! Изи. Что, все? Что, не ФК ставят? Повылетали, что ли? Нетерпеливый? Кто тут нетерпеливый? Да. Новый. А, это, наверное, босс. Сыграем. Ты попытаешься выжить. Это Каин. А мы разрубим тебя. Это Каин, кстати. Тоже и шмотки для Каина тоже сделали. Какой красавчик! Ты что, трескалась в космического вампира? Он не вампир. Он злодей, который выпивает людей изнутри. И мы его убьем. Ассенсиорный Каин. Только ты ее достоин. Однажды я буду править вселенной. Такой легкий босс. Если хоть раз напряжешься. Да, Раст. Я думал, мы друзья. Богатый внутренний мир. Нифига. Ювелирная точность. Вот это сейчас больно было, кстати. Надо поаккуратнее быть. Он еще больше дамажит, стал босс. Во второй стадии. Вы позволите? Построим империю на их костях. Тут озвучка, кстати, оповещение тоже с Одиссеей новое. Что же сегодня поведает мне голос Оры? В пекло тебя, Каин. Я уже там, раз. Уже там. Что, мне мало хп? Скоро умру, походу. Покорись мне! Я твой новый император! Чё, ты чуть не сдох? Кто-нибудь спасите растягу! Они подчиняются мне! Ой, меня воскресили. Хорошо. Тут доджить надо, кстати. Надо просто доджить. Но это сложно. Наших бьют! Лечите, я пока не поздно! Я хочу услышать, как ты кричишь! Мы своих не бросаем! Жива на помощь! Это сложно. Обещаю, тебе понравится. Тут союзник камень! Спасения нет! Может, что-нибудь сделаем? Кто-нибудь спасите растяпу! Я уж думал, мы проиграли. Попомните мои слова, недоумки со светоносца. Это было сложно. Вы поплатитесь! Я еще вернусь! Я ж реально думал, мы проиграли. Ну, наконец-то! Отвезите меня домой! Я на всю жизнь насмотрелся безумных монстров и меняющих облик злодеев.